Вчера в Буэнос-Айресе есть что-то особенное. Как вам объяснить? Вот выхожу я на улицу, иду вдоль Барина, и вроде бы все как и прежде. Прежняя улица, прежний я. А вдруг из соседнего за углом появляется он. Редкая смесь предпоследнего бродяги и первого зайца путешественного луга. На голове вместо шляпы половина дыма. Полоски от рубашки зарисованы прямо на теле, и вместо башмаков привязаны подъемки. Боже мой! Кажется, только я это замечаю. Почему-то, когда он проходит мимо витрины, манекены подмигивают ему. И светофоры дарят ему три небесных цвета. А в резиновой роще сада за углом бросают ему ветку лёд раньше. И вот так, полулетя, полутанцуя, он приветствует меня. Снимает дым, протягивает флажок под свободным России. И произносит. Голос.